Эта медитация направлена на развитие чувствительности нас к другим людям и осознание, что мы чувствуем внутри себя. Сядьте поудобнее, расправьте плечи, выпрямите спину, сделайте глубокий вдох, выдох и с выдохом отпустите все заботы этого дня. И еще раз вдох, выдох. Отпустите все напряжение вашего тела. На лице легкая приятная улыбка. Представьте, что вы стоите посреди красивого зеленого луга. Вокруг вас летают бабочки. Посмотрите, какого они цвета. Яркая, сочная, зеленая трава. Вы буквально чувствуете ее запах. Легкий, приятный ветерок. Вы чувствуете на коже теплые лучи солнца. Слышите, как поет птица? Вы идете по тропинке и встречаете перед собой своего мужчину. Вы просто встречаетесь с ним глазами. И прямо сейчас, когда вы сидите, обратите внимание на ощущения в своем теле. Что вы чувствуете, когда вы видите рядом с собой своего мужчину? Где находятся эти ощущения? В какой части тела? Как меняется ваше настроение? Какого цвета эти ощущения? Почувствуйте всем телом, где эти ощущения? Что вы хотите сказать ему из глубины души? Вы ему это говорите, обнимаете и идете дальше по тропинке. Вы идете и встречаете свою подругу. Что вы чувствуете, глядя ей в глаза? В какой части тела находятся эти ощущения? Какого они цвета? Комфортно ли вам? Хотите ли вы продолжить общение? Вы обнимаете ее, благодарите и идете дальше. Вы встречаете на полянке, усыпанной яркими-яркими красивыми цветами, девушку, которая, как две капли воды, похожа на вас. Это вы. Вы встречаете в этом волшебном, на этом волшебном лугу саму себя. Посмотрите себе в глаза. Что вы чувствуете? В какой части тела находятся эти ощущения? Какого они цвета? Насколько вам приятно чувствовать себя рядом с собой по шкале от 1 до 10? Вы можете обнять себя или просто взять за руки, погладить по голове, сказать:
приятные заветные слова, которых вы так ждете. Сами себе скажите их. Поблагодарите себя за то, что вы развиваетесь, за то, что вы познаете свою душу, за то, что вы познаете свое тело, за то, что вы учитесь чувствовать больше и полнее, за то, что вы учитесь находиться в состоянии счастья и идти по жизни своим путем. И когда будете готовы, вы можете открыть глаза, улыбнуться, подойти к зеркалу, посмотрите на себя, поблагодарите себя, скажите вслух эти заветные, приятные слова. Они так важны. Я опора для себя. Обнимаю вас. Живите душой и будьте счастливы.